Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Валдай, и мы продолжаем прохождение замечательной игрушки под названием Watch Dogs. Ну что же, в прошлой серии мы побывали вот на том берегу, какой-то тюрьме, где, собственно, выпытали имя из человека. И теперь нужно отправиться к этому самому человеку, то есть к родственнику того, кого мы ищем. Этим, пожалуй, займемся в этой серии, то есть продвинемся дальше по сюжету и выполним следующую миссию, потому что сюжет реально в игре интересный и миссии очень даже прикольные. Так, давайте пробуем на этой тачке уехать. Пип-пип. Такая типа Subaru. Поставим точку, чтобы нам было проще ориентироваться, куда нам, собственно, нужно ехать. Так, что у нас по дороге? Кстати, давайте поехали сначала, может быть, в магазин. Где же за этим по дороге еще заскочим? Прикупим новую одежку какую-нибудь интересную. Полиция Чикаго разыскивает причастных. Причастных к чему, мы так с вами и не узнаем. Но, собственно, можно догадываться, что речь идет именно обо мне. Так. Отлично. Дела просто шикарные. На счету 18 тысяч долларов, поэтому можно не заморачиваться и выбрать одежку какую-нибудь подороже. Офигеть, пятерочка. Так, уличный боец, магия города, небесно-синий, геккон, возмездие. Возмездие, кстати, мне нравится. А можно какую-нибудь светленькую попробовать, ради прикола. Ну давайте для начала пока возмездие, посмотрим. Костюм для Эдвина Пирса. Хм, да, неплохо. Так, ну-ка, давайте еще это купим тогда. Офигеть. Нашел что-то? Ну давайте по приколу в этом пощеголяем, пока немного в камуфляжном плаще. Смотрится, конечно, как минимум странно. Да уж. Ну ладно. Пусть будет так. 10 тысяч просто на ровном месте вот так вот раз. И нету. Ну а то есть пару новых костюмчиков прикольных. Ну, естественно, в дальнейшем бегать мы будем в возмездии костюме, то есть в темненьком. Что он хоть более-менее подходит под типаж нашего персонажа. А этот камуфляж просто выглядит как какой-то клоун. Так, палки в колеса задание называется. Давайте поглядим, что оно из себя представляет. Так, я Уилли Стауэр. Что с Хеленой? Судя по апдейтам, она любит делать селфи. А тут у нас Дагфейс. О, господи. Вся лента в котиках. Зачем тебе эта бестолковка? Я это... ищу ее дядю, а через Хелену быстрее выйдет. Так, найдите племянницу Анжела Тучи с помощью профилер. Давайте трассовым подозрением вызывать не будем, просто спокойно поглюримся. Утром запустила фотку. Очередное селфи. Брюнетка в очках. И зеленым рюкзаком. Слава соцсетям. Найду ее. Копаю дальше. Так, брюнетка в очках. Может быть, с помощью камеры быстрее будет? Давайте поглядим. Флорест Полин. Ну-ка, Флорест. Что случилось? Я кретин. Вот в чем дело. Короче, прихожу я такой в спортзал. Да, точно. Ты же абонемент взял. Что? О, бедная. Чего? Нашла ее медданные. Аборт в том году. Понятно, зачем ходит к психологу. Вот тебя понесло. Забей на биографию. Где Хелена? Блин, я-то тут при чем, если инфа так и лезет? Я и не хозяйка. Погодь, круто. Что-то новое запустила. Она на Коннелли сквер. Стеклянная хрень. Понятно. Хелена там. Понял. Молодцом, Клара. Удали эти файлы. Ты же знаешь, Эйден, мы за свободу информации. Клара. Тише. Невиновных мы не трогаем. Так, а не вход-то в эту фигню. И тебя автоматом логинит на всех сайтах, где ты зарегистрирован. Представляешь? А как же быть, если забыл принять? Под наблюдением Децик. Офигеть, всех можно взломать. Вот так посмотрите на это. Ты не знаешь моего
брата. Так, а есть какая-нибудь камера здесь? Я тем более. Меня послушает. А чем это поможет? На нем долг висит. Что-то похудело нету. Лишние 3000 отдал же ему, а так все без толку. А если... Счет с крупной суммой. Так, ну где же наша брюнетка в очках? Так, Хелена, начнем. Не приближайтесь к Хелене. Понял. Так подожди, так Хелена где? Кто из них Хелена? Стотбек? Походу мне молодой человек изменяет. О, мне жаль. Как ты думаешь, с кем? Вот именно. Не звони мне больше. Да уж. Так, я ничего не понимаю. Бертон Томми. Андерсон Дакота. Это вообще какой-то мужик. Где Тара Хелена из них? Кто? А, вот ты. Тучи Хелен. Отлично, сразу занятие, менеджер по продажам, доход 45 тысяч. Алло. Мисс Тучи, это доктор Хаят из городской больницы. Мы получили анализы вашего дяди, но в карте есть только ваш номер. Можете дать его телефон? Это срочно. Не, пардон, мы с дядей 100 лет не общались. Ладно, извините. Вот блин. Терпение. Что, потанцевать хочешь? Отвали. Так, хорошо. Да. Дядя Анжи. Хелена, опять нужны билеты на концерт? Нет, слушай, мне кто-то звонил. Мне кажется, тебя ищут. Что? Черт, твой звонок с головой меня выдаст. Вешай трубку. Попался. Да-да. Отлично. Где же ты, Анджело Тутти? Ну, началось. Так, у нас в том районе, кстати, недоступно CTOS, потому что мы там еще не взломали. Анджело Тутти. Он будет следить за переводом моего свидетеля. Кто-то хочет раскрыть личность Мстителя. И платит Тучи. Ну, удачи им. Отличная машинка, по-моему. Что ты там мешкаешь, Пирс? Нашел его? Засек через GPS. Так что совсем скоро отрублю. Блеск. Нейтрализовать. Так, а почему как-то упорото, интересно, рисуется маршрут? А, ну хотя, в общем-то, не очень-то и упорото. Нормально, и он где-то... А, он по этому маршруту типа едет, да, получается, объект. Нет, тогда не будем ставить точку, тогда мы где-то при дороге его перехватим. Да боже ж ты мой. Водил из меня, конечно, тот еще. Блин, не тот поворот. Ну ладно, мы сейчас пойдем туда напрямик. Вот там вот. Его перехватим. Офигеть, машина мотает. Как не знаю что просто. Из стороны в сторону. Так, тут, наверное, можно срезать. Аккуратненько. Аккуратненько, потихонечку. Оп! О, да. Ну, почти. Да твою же мать. Давай, 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 давай. Гони, гони, гони. Тихо. Спокойно. Отлично. Вот мы на нужной нам дороге. Нейтрализовать. 200 метров. Так, как мне это сделать, интересно? Вы спугнули цель. Устраните Анжела, пока он не скрылся. Вот черт, а. Пирс, ты слышишь? Что там? Так, похоже, ты нажил себе пару врагов. А может, и не... Блин, нужна другая тачка. Подмогу, живо! О, черт. Не зевать, мой ствол. Ну что ж, Анжела, кажется, я устранил. Только по этому поводу сдох. Сколько там охраны-то, нифига себе.
Ладно, давайте попробуем еще раз, но на этот раз не будем спугивать цель, просто как-нибудь аккуратненько нейтрализуем. Я думаю, там по пути будет какой-нибудь светофор или что-нибудь такое, которое может быть перекусить вовремя, и тогда все у нас будет на мази. Анжело Тучи. Он будет следить за переводом. Черт, снова ехать надо. Ну, давайте на байке. Он хочет раскрыть личность Мстителя и платит Тучи. Ну, удачи им. На байке явно быстрее будет дело двигаться. Нашел его? Засек через GPS. Так что совсем скоро отрублю. Блеск. Поедем просто по прямой. Не будем тут петлять нигде. Просто по прямой выйдем прямо на него. А там уже не будем торопиться. Какие-то меры серьезные принимать. Тихо. Спокойно. Ничего, спятил? Не-не-не, родная, не спятил. Так. Давай, старина. Довольно шустро едет. Надеюсь, что все получится. Да что происходит? А может и нет. Как стоять, интересно, с того видел? Самого? Видел? Черт! Прямо с мотоцикла можно как-то стрелять? Ох, нифига там! Движуха. Так, а если? Черт, он уходит уже. Ладно, подожди. Попробуем что-нибудь другое придумать. На этого просто плевать. Тут у нас светофора нет, к сожалению. Блин, он еще так медленно едет. Какое западло ему устроить? Может быть, просто расстрелять его где-нибудь? Прости, родная. Твою мать! 1-1, расскажите, что случилось. Стреляю! Боже, я не хочу умирать! Ты слышишь? Что там? Так, похоже, ты нажил себе пару врагов, а может... Да, есть такое дело. Блин, да как же я трогаю, а? Была бы какая-нибудь мина, которую можно вам дорогу поставить и просто взорвать. А так, я не знаю, только гранаткой. Давайте тогда еще раз заблокируем светофор, пускай он встанет на нем, там, постоит, а мы кинем под его машину гранатку. Надеюсь, что все получится. Он будет следить за переводом моего свидетеля. Да, где-то мы это уже слышали, Эйден. Раскрыть личность Мстителя и платит Тучи. Ну, удачи им. Блин, плохо, что ехать надо по новой. Что ты там мешкаешь, Пирс? Нашел его? Засек через GPS. Так что совсем скоро отрублю. Блеск. Так, 1,4 километра, какой-то не тем маршрутом поехал, что ли, или у него маршрут изменился, что-то не понимаю, я почему мне в другую сторону теперь показывают куда-то. Вот до этого просто прямо ехал. Ладно, посмотрим. Так. Офигеть, ну чтоб тебя подкинуло, а? Вот это, конечно, косяк. Давай, поднимай свою задницу. Ну же, скорее. Боже мой. Времени теряю. Вот жесть.
Ладно, нормально. Так пока не понимаю, то ли с помощью взлома его лучше устранить, то ли с помощью агрессии. Вот, видимо, есть несколько решений этого вопроса, но вот пока что-то ни то, ни другое не получается. Не могу подход найти нужный. Ну, сейчас, ладно, не беда. Ой, прости, пожалуйста, родная, прости. Я не хотел. Охрана, конечно, с ним. Нормально, так, две машины еще, битком набитые головорезами с автоматами. Потихоньку, не спеша. Где этот идиот права купил? Я их не покупал, у меня их нет. Что происходит? Зачем тратить на них деньги? Так, там у нас впереди будет светофор, нет, интересно? Вон там будет справа. А, заграждение, смотри-ка ты. Ну-ка. Где оно? А, ну дальше. Мы туда не едем. Мы едем вот сюда. Да, пробуем чуть позже активировать его. Когда именно наша машина появится? Нет. Слишком поздно. Черт. Окей, еще один светофор. Блин, а? Нафига они жесткие. Какого хера? Отлично, но ему этого мало. Хорошо. Ох ты, боже мой. И это тоже его не остановило, а там уже конечная точка. Почти добрался до тюрьмы. Что, ничего, не доберется, не переживай. Ну вот и все. Гражданского, конечно, я убил. Но это не важно. Ты слышишь? Бормани его! Так, похоже, ты нажил себе пару врагов, а может и не пару. Да, похоже на то. Нужна помощь! Супер. Ясно. А вот и помощь. Вот черт, а вот и помощь. И вправду. Офигеть там народу. Ой, блин, нехорошо. Ой-ой-ой. Зря я сюда поехал, кстати говоря. Очень зря. Твою мать, давай, 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 ну. С дороги. С дороги, блин. Направо. Потерял из виду. И налево. Резко. Так, вот область, с которой мне надо выехать, та меня полностью потеряют. Ну что ж, в принципе, у меня есть все шансы на это. Вот, конечно, по встречке, но ладно, не беда. Упс. Забудь. Готово. Он ушел. Фу, жесть. Готово. Перевод не состоится. О, да. Так, осталось попасть в тюрьму.
поболтать с моим свидетелем. Ну, поехали. Тогда в тюрьму. Палки в колеса тогда не выполнены. Да, конечно, фейлово я выполнил, очень фейлово. Столько раз тупило, можно было сразу просто кинуть гранатку, и все хорошо. Ну ладно. Так, сколько у меня? Одно? Нет, не было. Поехали, пожалуйста, его и взломаем, что ли, он поблизости нас находится. Есть связи в тюрьме? Устроить бы твоему парню несчастные случаи, но никто ж на такой не подпишется. Ну, нарвусь на арест. Легко. Только нахрена это надо? Этот свидетель, он же никто. Оказался не там, не в то время, меня не искал. Зачем убивать? Можно просто объяснить, что ему от меня не скрыться. Просто отстойнейший план. Я за. Найду схему. Проведу тебя, как влезешь. Что еще? Смартфон. Дружок, да у тебя проблемы. Прям зависимость. Джорди, без него никак. Его отберут прямо на входе. Да, не кипиши, шучу я. Ха, доставим мобилу. Есть у меня там чувак, справится. Так, ну замечательно. Вроде план ясен. Нарываемся на арест, попадаем в тюрьму. А там кто-нибудь мобилу достанет. Так, а что-то я не понимаю, подожди, нафига сюда полез-то вообще, собственно? А, может быть, выше еще? Может быть, сюда? Ну да, похоже на правду. CTOS, естественно, будет закрыто. Где-то видел щиток здесь поблизости. Где-то он тут был. Обнаружена уязвимость. Так, давайте смотреть. Куда провода ведут? Так, куда-то наверх ходит. Где-то так, посмотрим, вот это один. Получается, есть контакт. Так, а второй-то где, интересно? А второй пока не очень понятно. Ой, не на ту камеру, надо было на другую. Надо было, давайте обратно. Ну, там повыше была камера, повыше видно будет наверняка. Вот это вот. Так, смотрим. А вот он. Отлично. Ну, это было не так уж и трудно. Но при этом довольно интересно. Так, но это еще не все. Мы еще не добрались до самой точки. А вот теперь есть контакт. Отлично. Ну, помнишь, открывает нам возможность управлять районом города с помощью смартфона, а также добавляет новые здания различные. Типа там, вторжение в частную жизнь, когда ты можешь посмотреть в квартире, что происходит у человека. Или же какие-то посылки, ну, то они только что на карте нарисовались, собственно, вот эти вот разные сайт-квесты. Так, ну, в принципе, все, уходим отсюда, только постараемся при этом не разбиться нафиг. Тут я, наверное, не убьюсь. Ну, вроде не убился. И уходим тем же путем, что и пришли. Отлично. Часто покупают все эти часы. Молодец. Полицейский осведомитель. Хм. $180 маловато, конечно. Ну ладно. Пойдем с ними. Ничего страшного. Я вас прощаю. Шикарно. 1740, потому что до этого мы тоже кого-то взламывали. Помните, у меня там было 1400 с чем-то, по-моему. Так, ну что же, теперь давайте поехали в тюрьму, наверное. Почему бы и нет, собственно. Отправимся. Я так полагаю, нам преступление нужно будет какое-то совершить. Старина, ну прости, сам виноват. Кофе хочу, не выручишь? Нет. Пошли вон, бомжары. Ауч.
Что? Блокаут? Нифига не понял, какого черта блокаут сработал? Очень странно. Ладно, допустим. Поехали дальше отсюда. Что-то там явно нехорошее подошло. Так, ну вот мы и на месте, собственно. Неплохо так срезали. Очень даже неплохо. Новая точка сети Hotspot близко. Рыжий тебе не идет. Оригинальное название. Исправительный центр Пейлин. Администрация договорилась с Блюм об обновлении системы. Они полностью перешли на цифру. Если он в старом здании, будут проблемы, но Блюм не тормозят. Спасибо им за мою легкую жизнь. Мордой в пол, ну! Руки за голову, живо! Давай! Нормально, оперативно. Пропуск в тюрьму. Скажи, Джорди, мы квиты? Замри! Пирс, Эйден... Смит! Неплохо. Убирайтесь из камеры. Да, рыжий тебе и вправду не идет. Блин, офигенно, а? Ну пошли. Вы же устраиваете такой шпон приписки, чувак. Откуда у меня палево взяться? Да, одни не виноват, блин. Иди давай. Я правого человека слышал, тупой баран. Открись уже. Так, хорошо. Как же мне отсюда выбраться? Давайте подумаем. Так, камера. Допустим. И что мы с помощью нее можем сделать? А, нифига, это камера на теле сотрудника. Прикольно. Очень даже прикольно. Нам нужно взломать там вот эту фиговину. Ну давайте подождем тогда немножко просто. Сейчас он туда, надеюсь, сам дойдет. Блин, а может и нет. Ну, черт. Ладно. Попытка номер два. Блин, ну что же ты? Куда ты пошел? Сволочь, я попал в тупик. Ой, жесть. Блин, того не успел. Боже ж ты мой, а? Это не так-то просто, как кажется. Отсюда мы тоже его не видим. И отсюда мы нифига не видим. Надо иметь этого парня, по-моему. Вот он тот, кто нам нужен. Отлично. Взломать. О, да. Джорди. Я внутри. Да ты что? Молчал бы. Накосячил ты, а разгребать теперь мне. Ты давай-ка потише. Если попадешься, то мне тебя оттуда не вытащить. Разыщу тюремный график. Я на связи. Ой, жесть, конечно. Так, что же с тобой делать-то, старина? Фу! Тот меня вроде запалить не должен. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Так, подожди, а мне нужно, видимо, ниже, да, попасть? Или сюда? Электронные компоненты, что-то еще было. Все? Влезть. Ну, лазить никуда мне не нужно точно. А вот лестница, отлично.
Тихо. Да, смартфон такой, у меня и дубинка, и все, больше ничего абсолютно. Чувствую, будет довольно трудно. Какого черта вас обнаружили? А кто меня обнаружил-то? Нифига не понимаю, странно. Очень странно, вроде действовал абсолютно нормально. Может, там какие-то сканеры стоят? Давайте попробуем еще раз. Так, шикарно. Так, давай. Иди ко мне, старина. Ай, молодец. Готов, дружище. Тихо. Ты ничего не видел. Тебе показалось. Там никого нет. Ну, спокойно. Тебе ведь тоже показалось. Блин, сволочь. Ну, отвернулся, окей. А, ну я, кажется, понял, видели, там какая-то желтая линия была, видимо, за нее заходить нельзя просто-напросто. Так, электронные компоненты, окей. Пошли ниже. Тихо. Твою мать. Ах ты, боже мой. Что же так неаккуратно-то? Ладно, друзья, давайте тогда здесь закончим, продолжим в следующей серии с этого же места, потому что просто время серии уже подошло к концу. Вот, и время на еще одни попытки и фейлы у нас уже с вами просто-напросто не осталось. Надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте ставить комментарии, что по этому поводу думаете. Ставьте большие пальцы вверх. И, конечно же, подписывайтесь на канал. А с вами был Валдай. Всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока.